Охотничий сезон этой весной вовремя не откроется. С 15 апреля запрещено охотиться на птиц. О том, какие потери понесут охотничьи угодья и сами охотники, говорили сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. К сезону охотники готовятся заранее. Разрешение на охоту в общедоступных охотничьих угодьях в весенний период в этом году получили 229 охотников. Все они внесли обязательную госпошлину в 650 рублей. Кто бы мог подумать, что коронавирус вмешается и в охотничьи планы. Со своей стороны хочу сказать, что вот с федерального Минприроды наш адрес пришло письмо. Там эту проблему также понимают. Вот по охотопользователям в наш адрес пришел запрос с тем, чтобы рассчитать финансовые потери от закрытия сезона. Сроки и порядок возврата уплаченной госпошлины будут решаться на федеральном уровне. В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в республике также приостановлено оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Богдана Дойникова, Юрий Марков, Республика.